dreamy world up there. Dear friends in higher places. Сегодня 17 января, день рождения моей сестрички. Travel light, let the sun eclipse. Её любимая игрушка была вроде... Мы её где-то потеряли. Заяц с детства. Бабушки где-то его потеряли. Я люблю ее очень. There's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper birds. This picture paints a thousand words. So take a breath of myth and mystery and don't look back. Bird's eye view. Awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Your dreams, after all, so high. So bid the forest floor goodbye as you race the wind and take to the sky. Stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery. 'Cause after all, those wings will take you up so high. So bid the forest for goodbye as you race the wind and take to the sky. Дедушка Тима скорее отправил. Дедушка. Ух ты! Это тетя Оля отправила. Фига себе. Дайте, кого тебя выставят. Согласна. Не все не светит. Ты хотела деньги? Что тут мне все кидают сегодня? Девушка. Девушка. Ну, там взяла. Ну что, закопали деньгами все? Деньги играть ничего. Ничего она не берет. Помогайте ей. Спереди, спереди убери, чтобы там... Вы брали уже, что она брала? Нет? Она без минут. Молодец, собирай.
что-то новое какие-то. Забирайте ее, что давай, давай, мама, делай его. Готовилась со вчерашнего дня. Конечно, денежки рядом и спокойно на душе. Кашу берет. Голодная не будет точно. Кашу будем кушать, скажите. Это тоже потрогала, берем. Все, еще это интересно. Все, давай маму уберу, хорошо? Уберу так. Мне нужно все убрать. Деньги. Молодец, богатая. Или побольше тебе. Считаю. Доллар больше понравился, чем наш рабочий, и надо счеты, и деньги. Папе дает. Смотри, что тут еще что есть. Да, ниже. Ей там больше нравится. Нет, все. Учиться не хочет. Учиться не хочет. Цветы. Папа. Папа все время вчера целый день. Мама. Я говорю, папа, скажи. А ты уже начал разговаривать будем. Все, она все взяла. Ножницы, счеты, деньги. Тихо. Ain't too sure what I believe in, but I believe in what I see. And when I close my eyes, I see my whole life ahead of me. These are ours. This is our time. This is our time. These are ours. Out on the verge. Out on the verge of the rest of our lives. The rest of our lives. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Как говорится, за неимением выбора солнце сияет над миром, где ничто не ново. Также и мы следуем нашим традициям, отмечаем сегодня яркий праздник, а именно первый день рождения юной именинницы Литеоны Руслановны. И сейчас бурными аплодисментами встречаем Литеона Руслановна в сопровождении папы Руслана.
и мамой Виктории, а также брата Александра. Встречаем! Громче, громче аплодисменты. Ну и, конечно же, перед тем, как наша именинница вместе с родителями займет свои почетные места за этим шикарным именинным президиумом, я предлагаю сделать несколько фотографий. Руслан, пожалуйста, Вика. Делаем несколько фотографий. Отлично. Ну а теперь под аплодисменты мы провожаем эту красавицу вместе с родителями за их почетные места. Дорогие гости, занимаем ваши места, наполняем бокалы. Я предлагаю тем самым подготовиться к радостной и, ну, прежде всего, торжественной церемонии поздравлений. Ну и, конечно же, перед началом нашего праздника слово хотелось передать нашим дорогим родителям. Дорогие гости, здравствуйте всем. Рад всех видеть сегодня. Спасибо вам большое, что уделили сегодня время отпраздновать с нами такой большой праздник и важный день для нас. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы сегодня проведете хорошо время, хорошо покушаете, повеселитесь, выпьете за нашу доченьку. Спасибо вам огромное за то, что пришли. Ну и прежде чем поздравить свою дочку, я бы хотел выразить слова благодарности нашим родителям. Это наши ангелы-хранители. Без них просто не было этого праздника такого большого. Спасибо вам за все, что вы ради нас делаете. Спасибо вам. Ну и виновница торжества, доченька наша долгожданная. Сегодня тебе год, Асинди. У тебя вся жизнь впереди. Но мама, как мама говорит, ты хоть маленькая, но уже все-все понимаешь. Тебе сегодня будет очень много всего желать. Я же желаю тебе самое главное здоровья. Ну и то, что у тебя сейчас получается, это твоя упрямость, твоя целеустремленность. Хоть нам, конечно, тяжело с мамой с тобой справиться даже сейчас. Но пусть это с тобой пройдет до конца жизни, чтобы это тебе помогало достигать твоих целей. Ну и расти, радуй нас, радуй дедушек, бабушек, познавай новое. А мы же постараемся, чтобы у тебя было беззаботное детство. С днем рождения, дочь. Здравствуйте, уважаемые гости. Честно говоря, трудно чем-либо дополнить. Я хочу лишь присоединиться к словам мужа, поблагодарить всех за то, что пришли все разделить с нами этот праздник. Конечно же, поблагодарить всем, кто причастен, за помощь. Бабуль, спасибо. Родители. Доченька, я тебя очень люблю. Зайка, самое главное – расти здоровенькой и счастливенькой. Мы все сделаем. Браво, дорогие гости! Ну, а сейчас я предлагаю поднять высоко бокалы и поддержать все сказанное не только аплодисментами, но и, конечно же, звоном наших бокалов за здоровье нашей потрясающей именинницы, друзья! Дедушка Костя, бабушка Елена и бабушка Ирина. Встречаем! Я
хочу поблагодарить всех за то, что вы приехали отпраздновать этот праздник с нами, долгожданный. Мы его очень долго ждали. Деда Костя последние 5 лет на Новый год Деду Морозу заказывал только внучку. И мы очень ждали. Спасибо вам всем. Сегодня отпразднуем, зажжем. Так что, ребята, держитесь. Так, Теоночка и родители, Сашенька. Вы все, что у нас есть в этом мире. Мы желаем вам счастья. Мы помогаем вам. Мы хотим, чтобы у вас было только светло и все красиво, хорошее. Да, чтобы вам все препятствия между вами расступались. Чтобы мы радуемся. И чтобы дальше вы радовали нас своими достижениями и успехами. Желаем молодой нашей девочке, маленькой самой, чтобы она успешна была во всем, потому что с детства, с рождения видно, да, она взяла все наши данные нашего дедушки, бабушки. И все это, чтобы ей в жизни помогало. Настолько она вот чего хочет, того добивается, да. Вот. Ну, мы будем наблюдать и смеяться, и радоваться. Спасибо вам. Поздравляю я внученьку, вас тоже. Желаю, чтобы у нее все исполнилось, все пожелания и все мечты. Ну и здоровья, здоровья. Держитесь. Здравствуйте, все гости дорогие. Я хочу поздравить наших детей, любимых, родных, близких. Я гляжу на них и радуюсь, как они живут, как у них все хорошо. Спасибо, что у меня такие сваха, такие вырастили такого сына хорошего. Да. Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия, удачи, успехов. А ты, Юши, пусть за тобой хвостиком большое счастье ходит. И пусть все, что очень хочется, быстрее приходит. Браво, дорогие гости, под аплодисменты мы провожаем бабушек и дедушку за их почетные места. Ну а тем временем мы продолжаем поздравлять нашу именинницу. И сейчас, дорогие гости, под шум ваших громких аплодисментов, в центр нашего зала для поздравлений в адрес нашей юной именинницы приглашается прабабушка Полина. Громкие аплодисменты! Первым делом, дорогие гости, здравствуйте. Спасибо вам всем, что, несмотря ни на какую погоду, вы приехали из такой дали, действительно, Семикаракор, поделиться с нами нашей радостью. Дети мои, я поздравляю, я дожила до такого времени, что радуюсь, не могу нарадоваться, глядя на вас. Живите так же долго-долго и счастливо, чтобы я не видела в ваших глазах ни печали, ни горести. Ты, Юшенька, дорогуша, ты наша любимая принцесса. Очень хочется, чтобы ты выросла здоровой, хорошей, умницей. Ну, что я могу еще сказать? Пожелаю вам всем очень-очень много счастья. Спасибо. Браво, друзья! Также и под громкие овации мы провожаем прабабушку за ее почетное место. И сейчас к праздничному столу для поздравлений в адрес юной именинницы приглашается бабушка Гала и тетя Ксюша. Ваши бурные аплодисменты! Дорогая Теона, я поздравляю тебя с твоим днем рождения, с первой годовщиной. Желаю тебе быть счастливой, умной. Будь умницей и счастливой. Пусть у тебя судьба будет добрая, а жизнь легкая и счастливая.
А вам, родители, желаю, чтобы у вас было терпение, силы и, ну, счастливых хлопот, чтобы вы радовались и были счастливы. И пусть ваша дочь вас радует для мамы, для папы, для всей семьи. Я поздравляю вас, Руслан, Вика, Саша, Теону, с таким знаменательным днем. Желаю Теоне и, самое главное, крепкого здоровья. А вам, родителям, желаю терпения. Ну, все остальное, я знаю и уверена, вы сделаете. Даже если вы не сможете, вам помогут бабушки, дедушки, и мы поможем вам. Самое главное, чтобы она не болела. И желаю, чтобы ее всегда сопутствовала ей удача и успех. Все. Вам крепкого здоровья. Браво! Под аплодисменты провожаем за почетные места. Ну а далее к праздничному столу для поздравлений приглашается, я, наверное, хотел бы сказать, с огромным удовольствием хотел бы пригласить следующего гостя. Этот гость приехал к нам из столицы, город Москва. Дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты к праздничному столу приглашается дядя Сергей с супругой Наргилей и сестрой Алиной. Под ваши бурные аплодисменты. Громче, громче овации. Да, вы только посмотрите, какая походка у дяди Сергея. Какая грация. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте, зал. Ну, хотим поздравить нашу юную именинницу с первым ее годом рождения. Хотим, чтобы она только радовала своих родителей. Ну, не только родителей, вообще всех, кто окружает ее. Да, пусть растет умницей. Вот. И становится красивее с каждым годом и радует всех. Здравствуйте всем. Хочу сегодня поздравить маленькую принцессу с днем рождения, пожелать ей счастья, здоровья, пусть растет на радость родителям, пусть в ее жизни не будет никаких невзгод, пусть будет всегда счастливая, красивая. Спасибо. Поздравляю Таюшу с первым годиком жизни. Пусть она будет самой здоровой, самой счастливой, самой умной, доброй. И пусть впереди будут только радостные события и моменты. Браво, друзья, провожаем всех под аплодисменты за почетные места, пожалуйста. Ну что ж, дорогие гости, я думаю, настал тот момент, когда мы немножко с вами сможем поиграть. Игра совершенно простая. Сейчас каждому из вас нужно будет вспомнить песню, в тексте которой существуют цифры. Вспоминаете песню, я подхожу к вам. Буквально пару строчек и, конечно же, вы получаете приз. Итак, поехали. На восьмом этаже за 7 часов счастья. Спасибо тебе. Там, по-моему, на седьмом было. Ваш приз. Иду. Друзья, ваши бурные аплодисменты. Ваш приз. Итак. Фотография 9/12. Браво, друзья. Все верно. Бабушка Наташа. Вспоминаем песню, в
тексте которой существуют цифры. Хамалиновой. Да, друзья, ваши бурные аплодисменты, да. Нынче бабушки слушают у нас такие песни. Отлично. Итак, я иду к вам. Пять причин. Да, друзья, пять причин, совершенно верно. Ваш приз. Конечно же, да, есть такая песня «Дважды два – четыре». Пожалуйста, ваш приз. Итак, я иду к вам. За четыре моря, за четыре солнца, ты меня увез бы. Да, браво, браво, пожалуйста, ваш приз. Отлично, отлично. Я так понимаю, она сама решила дойти. Итак, друзья, мои, сейчас все так же под ваши бурные аплодисменты в центр нашего праздника приглашается бабушка Наталья вместе со своей семьей и дедушка Александр тоже вместе со своей семьей. Под бурные аплодисменты! Дорогие Руслан и Вика, я поздравляю от всей души. Я знаю, как вы долго ждали ее, как мы все долго ждали ее. И это действительно очень волнительный и очень радостный для нас момент. И также хочу Таюшке сказать, вот все, что сегодня сказали, это действительно правда, что этот ребенок, он такой маленький, но он действительно взял от всех все самое лучшее, да. И вот есть люди... близкие по духу. Вот мне этот ребенок очень близкий по духу. Очень тебя люблю. И возьми все самое лучшее от своих родителей. У тебя прекрасные родители. Ты еще маленькая, и, возможно, ты этого не понимаешь. Возьми красоту, мудрость от своей мамы. И возьми надежность, да, вот такую вот от папы, мужество. И пусть Господь подарит тебе счастливую судьбу. Дорогие наши Руслан и Викуля, любимые наши, мы поздравляем Таюшечку, ну это просто наша нежность, наша долгожданная нежность. Пусть она растет здоровой, счастливой, крепкой, пусть у нее будет побольше радостных дней, пока она маленькая. Ну да, ты правильно, Викуль, сказала, остальное вы сделаете все сами для нее. Таюша, наконец-то настал этот долгожданный день рождения. Поздравляем с этим праздником тебя и твоих родителей. Желаем вам, чтобы вы всегда были вместе, чтобы все невзгоды обходили вас стороной. Папиного тебе здоровья, маминой красоты, ну и мирного неба над головой. Сестра. Дорогая, любимая, поздравляю вас с этим днем. Я очень люблю нашу маленькую девочку, такую нежную, такую опасную в тот же момент. И желаю ей только счастья и здоровья. Вика, Руслан, я не очень хорошее поздравление, но хочу поздравить вашу дочку. Первым днем рождения. Она очень крутая. Да, по ней видно. Респект. Чтобы у нее все было хорошо в жизни. У нее такие прекрасные родители. Я не сомневаюсь в этом. Все будет супер. Так что с праздником. Браво, друзья! Огромное спасибо. И вновь и вновь хотелось бы услышать, кроме овации, звон бокала.
всех друзей этой потрясающей семьи. Ребят, вы знаете, что у нас, у корейцев, принято следующим образом. Когда тебя приглашают для поздравлений, вы обязаны выйти в танцы. Вы об этом не знали. Все просто. Кто помнит? Показываю. Раз. Отлично. Все все увидели, все вспомнили. Пусть продолжается. Итак, смотрим. А теперь без меня продолжаем. Продолжаем. Всем внимание на нашу именинницу. Танцуем, танцуем. Браво, друзья! Браво! Ваши бурные аплодисменты, я вижу, уже молодой человек устал. Я думаю, он никогда в жизни столько не танцевал. Итак, друзья, с кого мы начнем наше поздравление? Давайте с меня. Окей, так скажите. Я хочу в первую очередь пожелать родителям крепкого, нет, не крепкого, просто терпения. Я знаю, что такое маленькие дети, потом, когда начинается школа, это совсем другое терпение нужно. Вот. А Теоночке, естественно, хочу пожелать здоровья крепкого. Это самое важное. И будет здоровье, и все будет у нее отлично. Дорогие Викуля и Руслан, Таюша, поздравляем вас. Во-первых, вас с рождением такой замечательной дочунечки. Молодец, она вообще слушается, послушненькая такая. Здоровья, крепкого здоровья, благополучия вам, чтоб не болели, ни в чем не нуждались. Я думаю, что родители помогут, бабушки, дедушки. Так что здоровья, всего самого лучшего. Викуль, ну, спасибо тебе, что ты появилась в моей жизни, что я могу присутствовать на этом празднике. Вот. Малышке, конечно, крепкого здоровья, благополучия, прекрасной жизни, удачи, чтобы ее окружала только доброта и хорошие люди. И всегда все было прекрасно, чтобы она была самой счастливой. Вот. Так что всего самого хорошего. С днем рождения! Поздравляю вас с этим днем, радостным первым годиком жизни. Желаю крепкого здоровья всем. Вообще, да, это вот такой ангелочек, посланный вам с неба. Оберегайте его, цените, любите. Вообще, это вот действительно такая радость, детки. Будьте счастливы, здоровы. Всего самого наилучшего. Вика, Руслан, поздравляем вас, крепко обнимаем. Вы большие молодцы, у вас полный набор, у вас счастливая семья, у вас все в сборе, у вас все счастливы. Пусть так и продолжается, пусть у вас дома будет тепло, порядок, без нервов. Вот, пусть у Русика все получается, а Вика пусть бережет этот уют. Вот, с днем рождения нашей Туоночки, поздравляем. Пусть тьфу-тьфу, все невзгоды стороной обходят. Поздравляем. Терпение. Да. Я надеюсь, что мы будем смотреть, как растет Ионочка. Еще раз здоровья, здоровья, здоровья. Вика, Руслан, Тея, Саша, поздравляю вас с днем рождения, доченьки.
долгожданной. Желаем здоровья вам, счастья. Слов нет. Всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Вика, Руслан и Саша, поздравляю вас с рождением Теи. Вы ее очень долго ждали, вы ее получили. Буду краток. Желаю крепкого здоровья тебе, Тея, и чтобы удача всегда сопутствовала тебе во всех твоих начинаниях. Таишечка, поздравляем тебя с первым днем рождения. Желаем тебе счастья, здоровья крепкого, самое главное. Вот. Расти на радость родителям, бабушкам, дедушкам. Много улыбок и радости тебе. Дорогие Руслан и Викуля, поздравляем вас с именинницей. У вас замечательная семья, мы вас очень любим. Как говорится, пазл сошелся, у вас замечательный сынок и лапочка-дочка. Таюше хочется пожелать, чтобы жизнь у нее была наполнена только яркими красками, чтобы удача всегда освещала ее жизненный путь. И самое главное, не болей, а остальное родители сделают. Руслан, Викуля, поздравляю вас. Вам уже всего-всего пожелали. Я только присоединяюсь ко всем хорошим поздравлениям. И в общем, мы поздравляем вас с вашим праздником. Я не знаю, мне говорить. Итак, что хотелось бы сказать. Дочь для каждого отца, она является бриллиантом его души. И я желаю, Руслан, чтобы этот бриллиант твоей души был всегда обезопасен со всех сторон. Я думаю, с таким папой этот бриллиант точно будет в безопасности. Я желаю ей здоровья, желаю достижения всех целей. Ну и, конечно же, вам, родители, терпения. Огромного терпения. Я знаю, что такое ложиться утром. Огромное спасибо, друзья. Занимаем ваши почетные места. В эту минуту вы станете свидетелем этого потрясающего танца нашей великолепной именинницы с ее потрясающими родителями, друзья. Oh,
Venir le vent de l'automne
Подарок это, который сделан своими руками. Но в данном случае он будет еще лучше, потому что он будет спет именно вами. Отлично. Итак, сейчас у каждой из вас будет своя партия. Огромная просьба ее запомнить. Слава, первая партия. Ничего сложного. Супер! Вторая партия. Отлично! И так далее. Супер! И последняя. Отлично! Надо же так с первого раза. Концовка. Виктория, подскажите, понравится нашей принцессе такой однозначно? Однозначно понравится. Зацепила меня. Музыка. Раз. Есть. Два. Есть. Три. Есть. Я вижу себя. Три. Есть. Четыре. Есть. Пять. Есть. Вижу себя. Шесть. Олег, бурные аплодисменты. Все понятно. Итак, следующий трек. Карина побежала от своего мужа. Раз, два, три, четыре. Четыре, пять. Сергей, можно уже даже не фотографироваться. Давайте поаплодируем Сергею. Сергей, пожалуйста, занимайте свое почетное место. Итак, следующий трек. Я буду руки твои целовать, я стану Раз.
два, три, четыре, пять. Ну, мы, к сожалению, прощаемся с вами. Да, да, да. Нас осталось четверо. Итак, следующий трек. Славик, специально держишь ребенка рядом, да? Раз, два, три. Итак, мы прощаемся с Алиной. Итак, осталось три человека. Следующий трек. Итак, ищем по всему залу Натали. Раз, два, три. Настроен. Ну все, Карина, тогда аплодисменты вам. Натали, еще никогда не было такой очереди сделать с вами фото, да? Итак, следующий трек, поехали. Итак, Денис, к сожалению, ну, возможно, даже к счастью, пожалуйста, занимайте ваше почетное место. Слава, никуда не уходим. Хотя, Денис, я могу дать второй шанс. Здесь супер принц. Давай. Славик, наверное, дочку нужна. Итак. Следующий. Да, приготовили? Приготовься. Итак, следующий трек. Есть. Славик. Тебе аплодисменты. Да, я понимаю. Итак, дамы и господа, под ваши бурные аплодисменты. Та-дам! Денис, браво. Дети, привет! Взрослые, вам тоже огромный привет. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Алиона. Я волшебница. И я расскажу гости, что самый лучший в детях. Вы же самые лучшие!
вас появился ребенок, вы теперь навсегда-навсегда связаны между собой. Теперь вы всегда будете чувствовать, когда оно вас радует, когда огорчает, когда она будет болеть, вы будете готовы болеть вместо него, правда? Теперь у вас есть одно сердце на двоих. Правда? Да. А еще вы вместе будете всегда поддерживать вашего ребенка. Всегда будете делиться и победы, и неудачи. Я очень хочу, чтобы ребенок вас объединил, чтобы вы несли эту любовь всю свою жизнь. А чтобы вы об этом не забыли, подуйте на этот волшебный порошок. Скажите, я теперь не знаю. Почему стороны, правда? А теперь, чтобы действительно поверили в это чудо, аплодисменты нашим родителям! Волшебный порошок оказался на той руке, которую выбрал он. Вот, теперь вы навсегда ее рыцарь. Но нечего. Аплодисменты! Ну, маму мы оставим. Папа уже шарик получила. Мама нам сейчас поможет сделать самого настоящего волшебного кролика. Конечно. Так, что такое? Сейчас, подожди, нет? Уважаемые дамы и господа и самые юные гости нашего праздника, сейчас настал тот самый сладкий долгожданный момент, когда наши родители задуют первую свечу на первом именинном торте нашей принцессы Фионы. Итак, под ваши бурные аплодисменты я приглашаю в центр нашего зала Его Величество именинный торт. Делаем несколько кадров. Итак, я так понимаю, этот кусочек у нас останется для нашей именинницы. Или тортик мы оставим для именинницы. Вот этот кусочек. Крутые официанты разрежут его. И каждому из вас достанется по этому сладкому кусочку.
чаще отдыхаю. Да, я так богата, и я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю виты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Хочу гулять, хочу любить и веселиться, громко петь и танцевать. И я...